Доброе утро, мой хороший. Тебе помочь? Давай. Или ты сам? Давай, давай. Угу, сменку. Угу. Пошли, я вас провожу. Что там у нас сегодня? Хорошая погода. Вот еще мое доброе утро. Сейчас сфотографирую коробочку. И за ней же должны скоро приехать. У нас завтрак наконец-то. 9 часов. У меня должно быть здесь 2 хлебца. Но будет один кусочек черного. Омлет из 2 яиц. Помидор. Грише чай. И попросил опять гренки. Вот так что. Солнышко. И завтрак. Гришка там грушу бьет, мы с ним уже уроки получили. Я нашла в морозилке здесь 2 крылышка, в общем, потрошки с индейки, и очень хочу лапшу, сейчас приготовлю. Вот они уже почти сварились. Наверное, можно уже выключить. Крышки нет, к сожалению, разбилась. Но вот эту вот кастрюльку нужно купить диаметра такого. А то все вот с вот этой большой капает. Я решила сразу и обед, и ужин приготовить мальчикам своим. Здесь у меня лапша. И здесь вот ребрышки сейчас будут с картошкой. Без масла. Вот все, что тут вытапливается из ребрышек. На обед будет лапша, а на ужин, наверное, картошка с мясом. Вышла за петрушкой. Слышите, как птички поют? Петрушку сейчас рву вот здесь вот. Здесь она прям вообще такая длинненькая уже. Так, сейчас нарву себе петрушки для лапши. Я вообще люблю, конечно, укроп, чтобы был, ну, что-то я... Забываю его купить. Нашего еще нету. Так. Так вот достаточно. Так, я сюда еще решила ребрышки. Картошка у нас вот такая сейчас. Мы мелкую дочищаем. Уже доедаем. Там несколько ящиков осталось. Ну, с прошлого года уже хочется новенькой, молоденькой. Добавила сюда помидорки черри. Посмотрим, что получится. Это будет ужин. Вот так вот. Теперь же себе нужно приготовить обед. Яблоки пропускаются. Блин, забыла их купить. Но повезу Гришку, куплю. Так, будет курица в азиатском стиле. Нужно 250 грамм куриного филе. Мед, соевый соус, зубчик чеснока, растительное масло. Кунжута тоже нет. И буду все это мариновать, курицу, и жарить потом на сковороде с рисом на обед. Вот он мой соус для курочки. Мед, соевый соус, что здесь, чеснок и подсолнечное масло. Сейчас все это хорошо перемешаю, залью курицу, она немного помаринуется, и я ее обжарю. Так, Гриша в школу в кроссовках. Мама запрещает, а я и говорю... Директор один раз в школу в кроссовках пришел. Да. Так, я тут с пятерочки приехала, купила яблоки. Что еще купила? Вот такое печенье. Это вообще было когда-то Гришина любимое. Вот такую капусту купила в пятерочке. И опять помидорки черри купила. Так, перчик. Нет, сосиски не купила. Хлеб белый. Чай уже закончился практически. И огурцы. Ничего интересного? Вот это интересно. А сосиски это интересно. Да? Палю. Или окорочек. Слушайте, какой-то у меня сегодня день. Вообще забыла, что Гришку нужно забирать. У него 3 урока. Но Григорий у нас такой добрый мальчик оказался. В школу, в общем, там купили новый принтер. На него гарантия.
У него есть коробка у этого принтера. Ее где-то надо хранить. Ну, вот сейчас Гриша мне звонит и говорит, что надо приехать его забрать. Еще и коробку от принтера забрать. Короче, экшен. Я сегодня в кладовке еще лук перебрала. Вот это был сверху ящика, он весь порос. А весь нижний я в холодильник убрала, он еще был хороший. Надо сейчас это все выбросить. Да, Марсик, будем выбрасывать с тобой. А вон и Григорий идет. Я думала, что папа типа, о, принтер! Ну типа упаковала, да? Знаешь, все дела. А ты так его легко несешь? И где мы ее будем хранить? У вас, мамочка, в комнате. Так, у меня теперь тут два перекуса вместе. Яблоко и творог вот этот мягкий, который все вместе смешала. 200 грамм яблока и творога, одну пачку. Теперь ем очень вкусные семеренки в магните. Прям очень сладкие уже. А Антоша тут учит литературу мне читает. Надо выучить наизусть какой-то отрывок Пушкина, да? Да, а тебя не слушает, да? А Фанечка хочет на улице, да, сынок? Уже пришел с садика, принес сегодня фотографии. Мам, помоги. Ты вот в этой хочешь куртке? Нет, Зай, давай домашнюю, сынок. Я не мажусь. Зая? Ладно. Точно, ладно? Хочу кепку. Кепку, хорошо. Мам, я сейчас посмотрю. У папы мотильник. Есть у него? Он собирался, папа, куда-то уехать. Да нет, мама. Он никуда не уехал. Как там в детском саду, сыночек, расскажи. Привет. Сейчас, сынок. Антош, спасибо. Как там, Афонечка, у тебя в саде? Давай. До свидания. До свидания, мой любимый. Пока. Пока. Я тут себе для фона включила по каналу Супер Сваты идут. Или Сваты, не знаю, как там правильно. В общем, смотрю, здесь у меня пряники. Уже сделала айсинг. Здесь он у меня под полотенцем. И вот такой вот набор будет в стиле таком вот. Много разных пряничков. Я люблю, когда вот в коробка с маленькими разными пряниками. Вот сейчас буду делать, покажу, как всегда себе на листике делаю пометки, какие цвета айсинга нужны. В общем, сочиняю. Вот мой ужин. Обжарила сейчас сразу себе остаток курицы маринованной. Так, здесь капуста, 100 грамм капусты и 50 грамм морковки. Сейчас это все перемешиваю с курицей и буду ужинать. Да-да-да, посмотрите, что получилось. Такой набор, по-моему, очень красивый. Обожаю, когда в одной коробке много пряников, и его прям можно рассматривать. Такое уже весна, лето. Вот, вот такой вот. Завтра буду отрисовывать кое-что на духах. Хочу что-нибудь серебряное сделать, флакончик сверху. В общем, немножечко так отрисую. Ну, мне кажется, уже очень красиво. Так, а вот это вот пасхальная тема. Вот такая, видите, будет а-ля винтажная. Немного состаренная, как будто, видите, такая вот. Ну что, на сегодня будем прощаться. Я иду уже отдыхать, убралась на кухню, в общем, прям заставила себя сделать это, потому что иногда я засаживаюсь, как это, сижу, в общем, в телефоне зависаю и не убираю на кухню, а потом завтра все с утра начинаю делать, не закладываю стирку, хотя вот офигенно, когда с вечера чисто и стирка постирана, я ее утром только выхожу как раз с утра, встречаю солнышко и развешиваю, в общем, люблю это настроение утром, но не всегда так бывает, потому что я ленюсь с вечера, реально ленюсь, понимаю, что залипаю в телефоне, не нужно этого делать, вот так что сейчас иду отдыхать, всем до завтра, всем пока, будут пару дней вот такие вот рабочие моменты в плане пряников, потому что многим нужно пряники на 5 и на 6 число, поэтому я
Так, планирую немножко свой день, чтобы приготовить кушать, убрать и делать пряники. На завтра у меня еще танцы. И, честно, круто. Я бы поснимала там что-нибудь, но правда, там не только я и родня. Там 6 человек, получается, ходит, поэтому не буду. Но очень интересно и мне прям нравится. Вот. Это как-то, мне кажется, немножечко раскрепощает. Вот двигаться, это не всегда получается красиво, но хочется этому учиться, и мне кажется, все дело в любом деле, дело в практике и в желании. Вот поэтому у меня есть желание, практика будет. За месяц отдали 1800, я не помню, я говорила, стоит занятие 1800, пока 2 раза в неделю, но когда-то там будет 3 раза в неделю. Ну вот, пока 2 раза в неделю, будет вторник и суббота, но что-то там, когда суббота переносится, потому что девочки еще ведут детей, и у них там какие-то соревнования в субботу, поэтому у нас будет в четверг занятие. Все сказала, все, пока. I used to believe.